Как установили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в МВД России по Кировской области, члены организованной группы с мая 2016 года вели незаконный сбыт синтетических наркотиков. Действовала организованная сеть распространителей. Подозреваемые действовали в соответствии с четко распределенными ролями. Существовала система конспирации. Наркотики распространялись на территории города Кирова бесконтактным способом посредством тайников закладок. В настоящее время 9 из 10 задержанных участников группы заключены под стражу. Из незаконного оборота изъято более 4 килограммов синтетических наркотиков, что равнозначно 10 тысяч доз, которые не дошли до наркопотребителей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.